Итрис какая? Всем привет, друзья! Меня зовут Юсуф. Я вам даю тюркские самые простые рецепты. Сегодня мы будем готовить, конечно, это не тюркские, не европейские, вот такой рецепт. Сегодня будем печенье с яблоком, с корицей. В прошлый раз я вам давал прок, очень много людей приготовили, мне фото отправили. Конечно, они поздравляю сейчас, я могу говорить. Всем приятного аппетита, друзья. Сегодняшний рецепт еще лучше будет, потому что внутри еще грецкий орех есть. Одно и то же, но немножко другой. Вот. Давайте начинаем, друзья. Для теста нужно 2,5 стакан воды, 2,5 стакан муку, 0,5 стакан сахарная пудра, соль, 1 яйцо. И здесь, друзья, это маргарин. Это сливочное масло. 100 грамм маргарин, 50 грамм сливочное масло. Если полностью сливочное масло вставляем, очень тяжело будет. Вот поэтому маргарин и сливочное масло. Сахарный ванилин. На это, как вы знаете, разрыхлитель. Для внутри начинку, друзья, нужно сахар, грецкий орех, корица, 3 штук яблока, для сверху нужна сахарная пудра. Продукты каждый дома есть, очень простой рецепт. Начало говорю, всем приятного аппетита. Давайте начинаем. Друзья, 1 штук яйца, соль, масло, сахарная пудра, разрыхлитель, сахарный ванилин. Друзья, масло должно быть мягкое, очень мягкое надо. Вы полчасика назад достаньте холодильник, положите вот кухня. Вот температура комнаты должна быть такой. Вот сейчас начинаем тесто. На это тесто вода нету, друзья. Дрожжи нету. Необычное тесто. Когда мы маленькие, мама приготовила это часто. Мы очень любили эти. Когда сезон яблок начал, вот мама когда спросила, что вы хотите покушать? Пирог с яблоком, конечно. Каждый ребенок в своей жизни это узнает. А сейчас как раз сезон яблок. Друзья, кто-то профессионал, конечно, хочет столешница работать. У меня очень понравится так работать. Потому что я хочу руками чувствовать тесто. У меня что получается тесто? Я должна быть это глазами видеть. Вот рабочее место тоже так же. Конечно, дома это маленький размер. Рабочее место огромное. Смотрите, наша рука жарко. Рука температура есть. Температура дает тесто. Внутри есть масло. Понимаете? Если два рука делишь тесто, получается очень вкусно. Если дрожжи был бы внутри, на это жар рука дает, она начинает быстро расти. Вот тесто готово. Отправляем отдыхать. Отдыхать будет она 20-25 минут достаточно. А сейчас начинаем начинку. Вот, друзья, у нас есть 3 яблока, а сейчас будем чистить. У вас посмотрите, какой размер яблока. Если маленький, конечно, 4-5 штук можно делать. Если остатки закуски, очень вкусно получается. С ложкой можно поесть. Почистили. Сейчас будем тереть через большое отверстие. Сковородку. 3 штук.
наше яблоко выбираем прям сковородку без масла. В прошлый раз лапрёк, люди спросили, масло есть? Нет, масла нет, друзья. Вот корица, друзья. Еще немножко. Друзья, яблоко, корица. Вот уже друг друга видел. Конечно, корица очень вкусно пахнет. В России я купил корицу такую, по-другому собак был. И здесь совсем другой. А сейчас внутри, друзья. 3 ложку сахар, столовая ложку. Как мы перемешали с корицей, сахар, яблоко. Ждите вот так 5 минут, сразу жарить не надо. Потому что корица немножко запах бросит свой. Если прям жаришь, это запах остается внутри, очень-очень сильно будет запах. Сейчас оставляем сюда, немножко наш грецкий орех есть. Но грецкий орех очень большой у нас. Надо помельчить. Друзья, вот прошло 5 минут, большой огонь. Еще раз перемешаем вот так. Яблоко у нас сладкие яблоко, не кислые. Конечно, кто-то любит кислые, можно кислым яблоком готовить. Нам нужно начинку холодную. Я тесто сначала готовил, обычно тесто мы потом готовим после начинку. Я сейчас тесто приготовил, холодильник поставил, потому что внутри масло есть. Если растает масло, это не очень будет. Вот, я так думал, еще один рецепт успеть, не успеем. Поэтому сейчас холодильник поставил. Сейчас пора грецкий орех отдавать. А сейчас 2-3 минуты вместе грецкий орех жарим, достаточно будет. Если грецкий орех побольше жаришь, потеряет свой жир грецкий орех, это тогда невкусно будет. Даже минут жарить достаточно. Друзья, начинка уже готова. Можно выключать. Начинка нам нужна холодная. А сейчас отдельно тарелки вложим. Будет холодная, сразу начинаем готовить. Друзья, вот наша начинка уже холодная. Ориентируем тесто и начинку, холодная должна быть. Я ждал, ставил холодильник, вот уже холодная, готова. А сейчас тесто убираем. Тесто будем, друзья, 3 части. 3. Друзья, это тесто немножко необычное тесто. Сильно раскататься не надо. Сначала мукой. Вот, немножко руками. Сейчас потихоньку. Маленькую ложку, чайную ложку. Потихоньку. Вот немножко приклеим вот так. Все, вставляем. Друзья, здесь есть хитрость. Вы знаете, это тесто необычное тесто. Вот, показываю у вас хитрость какая. Вот, открыть немножко, серединка поменьше. Видите? Поднимаешь. Вот, приклеишь. В
Вот серединка поменьше начинку. Поднимаю. Переклею. Друзья, вот приготовили. А сейчас духовка подключаем. 160-170 градус. Вверх-вниз вентиляция. Друзья, у нас начинки осталось. У нас яблоко очень-очень большое был. Вот, побольше приготовили. Это просто есть, так мы любим. А сейчас будем жарить. Когда будет золотой свет, будем убирать. Посмотрите, перебирайтесь. Так сильно-сильно жарить не надо. Друзья, духовка уже готова. Вот, ближе к низ вставляю. Все. Вставляем жариться. Друзья, очень быстро жарился, 170 градусов, у меня жарился 10 минут. Представляете, очень быстро. А сейчас будем ждать, пусть остынет, потом сверху поставляем сахарную пудру, будем хам-хам. Приготовили, а сейчас сверху сахарная пудра. Любители, конечно, я не очень люблю сахарную пудру. Вот показываю для вас, как... Очень аппетитно, очень вкусно. И вид очень красиво. Не большой, не такой. Вот попробуем один низ вот так. Друзья, в прошлый раз я рецепт отдавал. Люди сырое яблоками приготовил. Сырое яблоком не получается, друзья. Яблоко надо жарить. Вот так вкусно, вкусно, вкусно получается. Видите? Очень аппетитно. Рядом чая. Выглядит очень красиво и очень вкусно, самое главное, друзья. Вот на улицу люди идут, печенье купают, очень сахарное, так внутри, что есть, вы не знаете. Вот дома сами можно приготовить, сами можно есть. Вот, друзья, сегодня от меня для вас это турецкий называется эльмалы курабия. Вот печенье. По-русски, из корицы, яблоком и грецкий орехи. Всем спасибо большое, конечно. Подпишитесь у нас. Если не подписывались, лайк поставьте. На следующий рецепт увидимся. Всем пока.